Получил завмагазин 300 метров хребдышина, было жуткий жулик и прохвост. 100 метров раздарил, 30 метров разбазарил, а остальное все домой принес. И жена сказала: милый, как же без подсобной силы ты такую тяжесть приволок? Для чего принес, все сразу разделил бы на два раза, мой неутомимый мотылек. Эх, мотылек, ох, мотылек, всему приходит срок. На земле ничто не вечно, спросит у тебя, конечно, чист или не чист, так что берегись, и пока не поздно оглянись. Мой сосед по коридору часто затевает ссору, я до вас, ох, я до вас до всех дойду. Вы ж тогда на печке спали, когда мы Варшаву брали в 19-19 году. И вообще меня не троньте, у меня жена на фронте, я считаюсь фронтовичкин муж. Если есть у вас квартира, если есть у вас задира, то не грех напомнить ему. Эх, мотылек, ох, мотылек, всему приходит срок. На земле ничто не вечно, спросит у тебя, конечно, чист или не чист. Так что берегись, и пока не поздно оглянись.